Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дарит, и добро пожаловать в игрушку The Noon, монашка. В этой серии мы с вами постараемся ее пройти. Надеюсь, ты меня поддержишь лайком, там подпишись на канал, если не подписан. Фух, я немножко изучил игру, и сейчас, я думаю, мы с вами ее пройдем. Я почти что уверен, 100%. Тут, ребят, предметы рандомно генерируются. Так, давайте возьмем пока что ломик. Самое главное... Ах ты ж! Нифига себе у нее зрение. Подожди, я в легкую играю, в изи. Ах ты сволочь! Блин! Как? Ой, елки-палки, сколько кетчупа. День второй. Ну, ладно, немножечко разогрева нам не помешает. Зато у нас теперь будет тут находиться ломик. Пока что его здесь оставим. Тихо. Где эта сволочь? Где эта монашка? Так. То есть нам нужно найти кабель, ребят, чтобы поставить... Куда его надо... Куда-то надо его поставить. Так, тут какая-то у нас дверь. Она закрыта. Я, ребят, не на 100% игру изучил, но более-менее я знаю, что надо сделать. Наверху будет какой-то скелет. Его нужно будет нарядить. Ему нужно будет надеть крылья, потом платье... И голову козла, которого мы с вами в прошлой серии видели. Так, пока что давайте тут полазим, поизучаем немножко местность, карту. Вот. Нужна карта, чтобы открыть вот этот шкафчик. Книгу. Книгу, я думаю, не стоит брать. Это все лишнее, это все нам не нужно. Так, пока что монашки нету. Это хорошо. Я не знаю, ну, мы можем как-то пройти вот через это окно или нет? Вроде нельзя. Ладно. Старайтесь не шуметь, монашка все слышит, ребят. Открывайте все шкафчики, там может что-то лежать. Я думаю, это нам тоже не нужно. Это чтобы привлечь монашку, чтобы пошуметь. Ой-ой-ой, кабель нашли, ребята. Смотрите, кабель может лежать, оказывается, на парте. Понятно. Теперь нужно найти щиток. Называется. В общем, туда надо поставить кабель и включить его. Подать электричество. Давайте смотреть. Вот туда, сюда идет кабель. Проходит. И куда-то пропадает. А, он наверх идет. Вот, все. Сейчас мы его вычислим. Идет сюда. Вот он. А-а-а! Кто это? Блин. Ё-моё. День третий. Нужно быть поаккуратнее. Но кабель мы нашли. Мы, по крайней мере, уже что-то сделали. Теперь нам нужно будет попасть наверх. Так, она уходит. Она может издалека нас увидеть. Пока что не видит. Отлично. Проходим. Быстро. Походка у нее вообще, конечно, жутко смешная. А, вот мы кабель поставили. Успели, да? Подожди, мы нажали? Кажется, все открыто, можно... Ну, хотя не обязательно, ребят. Потом нажмем на кнопку, ворота откроются. Это еще малая часть, что мы должны были сделать. Так, тут ячейки открываются. Не факт, что там что-то лежит, но стоит их открыть. Нам нужен ключ. Ключ у монашки за пазухой. Нам нужно будет взять. Единственный способ взять... Ключи, это чтобы она молилась. Ну, пока что только я вот этот способ знаю. Может быть, потом появится еще какой-нибудь. Зачем мне нужна вилка? Я не знаю, правда. Я не знаю, зачем нам нужна вилка. Вот этот момент я реально упустил. Так. Радио. Радио, возможно, ее привлечет. Голова козла. Она может услышать. Вон там, видите, скелет? Нам нужно открыть как-то дверь. Нам туда попасть. Ладно, пока что здесь дропнем. Так, а как я туда попаду? Нужно, чтобы нужно на кнопку нажать, точно. Наверное, да?
Тут подъемная комната. Нужно расшатать. Так. Чтобы быстрее можно было обходить. Как я это сделаю-то? В общем, вы шатаете, она должна выпасть. Там еще другая коробка мешает. Может, с другой стороны надо протолкнуть ее? Ладно, пофиг. Я думал, мы пройдем сейчас быстро. Не тут-то было. Гребаная фигня. Так, ладно, надо вниз спуститься. Нажать на гребаную кнопку. Отлично, нажали. Только я смысла не вижу, нам нужен ключ. Ключ в сейфе. Чтобы открыть сейф, нужно забрать ключ у монашки, который находится за пазухой. Такой вот круговорот. Может, еще какая-то кнопка? А, смотрите, все двери открыты. Все, абсолютно все двери теперь открыты. Все, мы теперь можем легко пройти. Вот этого пугала нам нужно человека или манекена спустить вниз. Забрать у него крылья. Так, пазл начинает складываться. Теперь более просторно стало. Угу, ключ нужен. Ладно. По туалету можно поискать. Может, как-то вилка она открывается? Так, тут ничего нету. Ребят, ну уже что-то получается у нас. Так, мужской туалет. Можно также спрятаться, наверное. Ломик, вот зачем нам нужен ломик. Надо вернуться назад. Туалетная бумага, я думаю, нам не нужна. Тут много, действительно, тут много ненужных вещей, которые могут вас запутать. Где, интересно, мы находимся? Что-то... А! Да блин! Ты как так меня увидел-то? Может, надо резко у них ключ забрать? Так, окей. Какой там день? Четвертый, да, по-моему? Интересно, есть ли тут шестой день? Может быть, нужно что-то собрать, какие-то пазлы, чтобы появился шестой день. Вообще тут пять дней. Так, нам нужен ломик. Отлично, ломик у нас есть. Постараемся сделать это быстро. Где ты, сволочь? Давайте быстренько сюда выбежим. Так, нормально. Уже начинается у нас все складываться. Подожди, я не помню. Да, это в конце было, в туалете, да? Раз. Два. Можно выкинуть. Уходим пока что. Все, ребят, мы проникли дальше. Не знаю, ну, нужна нам выдерга или нет. Самое главное, что мы прошли это. Тут много мечей, мечей не обязательно брать. Так, вот, первый халат. Закрыт на ключ. Нам это нужно все отнести к манекену. К... Что-то падает. Там скелет, в общем, нам надо туда это все отнести. Надо где-то тут лазить, да, мне кажется? На второй этаж, пожалуйста, поднимись на второй этаж. Очень тебя прошу, у нас две жизни всего лишь. Не хотелось бы заново потом проходить. Хочется с первого раза пройти. Отлично. Отлично, ребят, проходим. Проходим сюда, двери сейчас открыты. Мы сразу два дела сейчас делаем. Во-первых, халат. Халат наденем, во-вторых, голову. И нам останется только крылья. Крылья у манекена, чтобы... Манекен упал, нужны ножницы. Нужно найти ножницы. О, козел такой, смотрите, офигеть. Правда, без крыльев. С крыльями он будет еще более жутко выглядеть. О, свинья, олень. Тут рыба. И это еще какое-то... Какое-то тут место для какого-то животного. Или человека, я не знаю для чего. Она же сумасшедшая. Подождите, а тут мы были, да, или нет?
Что-то я запутался. Так, ну а где ножницы тогда? Слышите это? Может, она уже молится? Она что-то шепчет. Так где она, елки-палки? Вот тут нам надо будет обрезать вот эту штуковину. Она идет сюда. Она меня спалит? Она меня спалила. Тварь. Последний день, ребят. У меня есть последний день. Мы не можем найти ножницы. Найдем ножницы, все будет окей. Я ни разу не находил ножницы. Ни разу. Вот с этим у меня точно проблема. Надо будет вверху поискать. Карточка, я понял. Нам нужно найти карточку. Так. Где может быть карточка лежать? Записка нам не нужна, наверное, да? Вот карточку я находил. Да, найдем карточку, может быть, там будут ножницы. Есть еще вилка, я не знаю, зачем нам вилка нужна. Может, с ее помощью можем что-нибудь открыть? Может быть, вилка нам не нужна? Может, сейчас... Вот мы попали. Она же услышала это. Она где-то здесь. Она прям рядом. Где ты, сволочь? Так, пробуем так пройти. Может, тут что-нибудь есть? Тут ничего нету. Если она побежит за нами, нам есть куда спрятаться. Ах ты тварь, ах ты тварь. Так, сейчас мы убежали от нее. Вилка, мне кажется, нам просто не нужна. Боже мой. Быстро, 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 быстро. Сидим здесь. Сидим здесь, ребята. Офигеть напряжение. Она просто меня не увидит. Ладно, вилки еще в конце коридора. Может, надо на первый этаж нам спуститься? Вот еще одна вилка. Или это уже ложка? Нет, вилка все-таки нам не нужна. Где эта тварь находится сейчас? Она ушла, надеюсь. Боже мой, она где-то здесь. Пойдемте на первый этаж. Мне кажется, мы тут не везде были. А, да как ты тут оказалась-то, блин? Конец игры. Она меня, видимо, на крест повешала и молится. Спасибо. Так, ребят, прохожу второй раз, чтобы вы знали. Знаете, где я кабель нашел? Вот. Именно вот в этом шкафу. И ложка подсвечивается, значит, она зачем-то нужна нам. Давайте тут все откроем. Кабель у нас есть. В принципе, мы довольно-таки много чего сделали.
Так, электричество подали, все у нас теперь работает. Теперь все двери открыты для нас. Тут есть ложка, есть вилка. Зачем, правда, это все нужно? Или это какая-то отвертка, стамеска, я не знаю, что такое. На всякий случай возьмем. Мы кнопку не нажали, нам надо кнопку нажать, а она, эта тварь идет за нами. Так, ладно. Включусь, когда нажму кнопку. Так, ряд вот что надо нажать было. Теперь все двери открываются. По-хорошему, давайте ломик возьмем. Ах ты ж, блин! Она меня даже не поймала. Нифига себе. Мне повезло. Мне конкретно повезло, ребят. Так, хорошо. Попробуем удалить ее. Сейчас нужно в туалет зайти. А, вроде как, все-таки стоит проверить все туалеты. Тут закрыто. Может быть, нужна вот, допустим, отвертка та же самая, чтобы открыть эту дверь. Или вилка. Ладно. Лучше открывать. Все, может там какой-то предмет выпадет. Так, открыли, открыли. Я не могу реально, я застрял. Ее можно шевелить. Давайте пробуем с этой стороны обойти. Надо двигать их. Как неудачно получилось. Вот, наконец-таки. Пролазим дальше. Теперь голова тут, ребят. В этот раз был плащ, сейчас голова здесь. Тут закрыто. Может быть, нужна вот эта вилка, что ли, чтобы открыть. Ладно, посмотрим. Мне кажется, или она где-то здесь? Слушай, а мы можем аккуратно подойти и забрать ключ? Пока она стояла, блин. Было бы прикольно, могли бы сразу свалить. Так, ладно. Нужно будет наверх сейчас. Вон она пошла. Вот пока она стоит, я могу у нее забрать ключ? Вы видели? Я почти забрал. Ребят, я почти забрал ключ. Мы могли быстро игру пройти. Я не нажал, а кнопочку взять не успел нажать. Слушай, я наверное, попробую еще разок. Это будет идеально, если я заберу ключ. Идет. Давай, быстрее, быстрее. Че он так долго ходит? Ах ты ж сволочь, блин. Тварь. Короче, ребят, у меня есть новая идея. Мы не будем ничего собирать, мы просто попробуем у нее забрать ключ. Мне просто самому стало интересно посмотреть на это. Успели, 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 успели. Можем вот отсюда забрать, ну-ка. Пожалуйста, пожалуйста. Поближе ко мне подойди. Вон он, ключ. Я же нажал. Я же нажал. Давай, 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 давай. Да чтоб тебя. Все же не потрачу. День третий. Ребята, я нажимал. Почему? Я уже загорелся желанием именно вот так пройти. Так, что такое? Надо просто за ней следовать. Она пошла наверх.
Так, она стоит немного, недолго, да? Идет дальше. По-хорошему, она должна помолиться. Будет молиться, нет? Так, ну теперь точно уходим. Может быть, поманим ее именно вот к нам. Я уже запомнил, куда надо бежать. Вроде она нас не догоняет, не успевает. Так, ладно. Вон туда выходит. Лишь бы она не повернулась, ребят. Пожалуйста, не поворачивайся. Идет дальше. Стоит, короче, она где-то 3 секунды. 3-4 секунды. Она долго не ходит, она периодически останавливается. Это, видимо, как вариант, да, пройти игру? Нифига себе, у нее молот, офигеть. Вот, наверное, почему она устает. Да тварь, ты знаешь, какая тварь? Блин, ты все мне портишь. Четвертый день. Хотел я как лучше, да? Не получается. Да я реально загорелся этим желанием. Пройти легко игру. Вы слышите, как она орёт? Так, отходим, отходим, отходим. Поближе, пожалуйста, поближе подойди. Я нажимаю, не получается, ребят. Не получается. Я пытаюсь взять ключ, не получается. То есть это фигня, вы так не возьмете просто ключ. Попробуйте, если получится, напишите в комментариях. Последний день. Ну я жал на кнопочку взять, у меня не бралось. То есть она должна, видимо, обязательно молиться. Так, окей. Он что-то высматривает. Смотрите, какая она. Ладно, попробуем последний раз. Если сзади идти, в принципе, она не видит вас. Давай, сделай. Это только Юджин может так. Долго терпеть. 100 попыток, 200, 1000 попыток может сделать он. И у него получится рано или поздно. Мы реально за ней следуем. Я жал. Почему-то не взялся. Не знаю почему. Так, ну тут только одна концовка. Плохая. Печально. Прохожу третий раз. Тут мы сразу находим кабель. Отлично. Ребята, я заперся в туалете. Не знаю, она меня, возможно, найдет. Зря я это сделал. Ребят, нашел карту, короче, вот она. Отлично. До этого она мне не попадалась. Возможно, даже пройдем игру сейчас. Если я не буду тупить. Скидывайте гребаные коробки. Так. Здесь получилось. То есть нам надо спуститься сейчас на первый этаж. Ах ты ж сволочь! Ты как меня увидел это? Гребаная фигня. Так, где она? Как она знает, что я здесь? Давай, пожалуйста. Где она теперь? Я даже не знаю. У меня есть карточка. Окей. Где-то по коридору должен быть подходящий шкафчик.
Вот он. Вот они, ножницы. Все, ребят, мы взяли ножницы. Мы на пути к успеху. У нас может получиться. Вон найдет тварь. Куда она пойдет? Она с правой стороны, я слышал. Давайте попробуем наверх подняться. Так, залазим сюда. А, вот. Отлично. Пойдет ли она за мной или нет? Мне надо сейчас вниз спуститься. Давай, давай. Осторожно. Тут нужно взять крылья. Реально с ними неудобно ходить. Давайте лучше обойдем все это дело. Первые крылья. Потом, подожди. Платье, платье я тоже не нашел. Мне нужно будет. Нужно будет. А, так. Выдерга. Гребаная фигня. Валим, валим, валим. Я думаю, мы успеем. Хотя я что-то как-то медленно плетусь. Нифига себе, как мы вовремя. Вон она стоит. Ладушки. Сейчас, наверное, за ней пойдем. О! Она ползать умеет. Да, ребят, вы были правы. Она может за мной поползти. Но она не всегда так, кстати, идет. Я первый раз такое вижу. Окей. Последняя попытка, ребят, у нас должна получиться. Так, крылья у нас будут готовы. Крылья почти есть. Гребаная фигня. Она прям туда пошла. Дропай, 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 дропай. Все, крылья будут наверху. Убегаем, мне нужна выдерга будет. Нужно найти выдергу. Отстала. Так, ребят, смотрите, что мы нашли. А, выдергу, правда, я не нашел, но у меня есть отвертка. Так, во-первых, мантию я нашел. Сейчас повешаем сюда. Отлично. Голова козла. Офигеть! Ой-ой-ой. Сныкались. Я не знаю, заметил она, нет. Смотрите, там какие-то картины, офигеть. Жесть просто. Я не могу найти выдергу. Вон, смотрите, зашла. Дверь открыла, но не заходит. Надеюсь, она ушла. Ой-ой. Я вот единственное, я не знаю, зачем нам отвертка. Или что такое? Может быть, с помощью нее мы можем открыть ту дверь? Потому что выдергу я не могу найти. Что-то не она стоит? Надеюсь, что нет. Нам нужны крылья. Как? Она меня обманула, смотрите. Сволочь ты. Так, ряд, я здесь. Подбираем эти гребаные крылья. Давайте уже сделаем это. Нам осталось, по сути, только голова. Я не знал, где ее искать. Нам надо будет вниз, наверное, спуститься, там, где туалет. Может, мы сможем с помощью вот этой штуки открыть? Она мне сейчас не даст выйти. Вон она, блин, там шляется. Ладно, посижу немножко. Короче, блин, она что-то где-то здесь зависает и не хочет меня пропустить. Боже мой.
Надо по-любому вниз. Давай, пожалуйста. Надеюсь, она меня не заметила. Так, это кукла, которая упала. Это кукла, я думал, человек, это кукла. Открыть мы не можем. Нам реально нужна выдерга. Так, сможем? Не, ребят. Мы не можем так пройти. И выдергу тоже не можем найти. Так, где эта гребаная выдерга? Мы найдем выдергу, все, мы спасены. Тут ключ нужен. Слушай, ребят, тут что-то есть. Тоже заблокировано. Я думаю, это потом будет в других сериях. Ну, в смысле, в других частях это все будет разблокировано. Пока что блокировано. Только зачем мне вот эта отвертка, я тоже не понимаю. Ёлки-палки. Смотрите, как она близко подошла ко мне. Она как будто бы улыбается. Офигеть. Нифига себе, как я спрятался. Просто жесть, она прям сюда подошла. Ребят, я бы уже прошел игру, но я не могу выдергу гребаную найти. Я только что обратил внимание, смотрите, сколько много картинок. Но они повторяются. Вот одна картинка и вторая. В основном вот эти дьяволы какие-то тут тусуются. Просто жесть. Ребят, нашел, вот она. Она меня ждала. Она король эту выдергу. День четвертый, у меня есть 2 дня, ребята. Офигеть, я, наверное, уже 1,5 часа играю тут. Зато я понял, как проходить игру. Сейчас, я думаю, я за минут 15 смогу ее пройти. Быстро идем сюда. Почему ты не взял ее? Офигеть. Наверное, вернемся. Так будет безопасней. Нам надо спрятаться от нее. Так, бежим сейчас кружок. Надо ее запутать. Почти что, ребят. Почти получилось. Вон там выдерга с правой стороны. Так, все, все. Пожалуйста, нифига, смотри, что она делает. Попробуем убежать. Вроде меня не заметила. Давай, 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 беги. Ребят, мы почти прошли всю игру. Я знаю, что надо делать. Самая сложная задача была найти выдергу. Все, там, скорее всего, будет голова. В смысле? Так мне выдерга не нужна была, что ли? Не обязательно нужна была выдерга. Офигеть. Оказывается, выдерга нужна была не обязательно. Мы забрали с этого козла. Вот этот козел, и там был плащ, по-моему, да? Ну а где тогда голова? Это та заб... А, подожди, нет, это заблокирована дверь. А как мы ее разблокировали? Что-то я не понял. А что мне тогда делать? Тем не искать эту гребаную голову. Сюда мы тоже не попадем. Уже я в замешательстве. Я конкретно я не знал, где голова. Вроде уже все посмотрели. Ребят, можете мне... Ладно, хотел сказать, назвать оленем. Смотрите, где была голова козла. Вот она. Красовалась, любовалась. А я ее искал везде. Но не здесь. Везде, где можно было, но не здесь. Все, мы собрали. Теперь нужно подождать, чтобы она пришла молиться. Жалко, отсюда не видно. Двадцать секунд, все. Она молится, ребят. Берем ключ.
Все, у нас теперь есть ключ, да? А, бежим к сейфу. Сейф на втором этаже. Точно, сейф был на втором этаже, по-моему, да? Быстро, быстро, вот он, сейф. Открыли. Открыли. Забираем ключ. И резко назад, резко назад. Но должно хватить времени. Все, ребята, офигеть, мы это сделали. Это было нелегко. Я, наверное, полтора часа реально играл. Ну, час точно я играл. Прошли. Только жалко, нету концовки какой-то. Есть плохая концовка, хорошей концовки, видимо, нету. Но самое главное, что мы прошли эту игру. Отлично. Вот, я сделаю следующую серию. Будет более быстрое такое прохождение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будет интереснее. Всем до скорого, пока-пока.